Грузовик протаранил хэтчбэк на одной из дорог Магнитогорска. По предварительной версии, водитель легковушки нарушил правила при перестроении из одного ряда в другой. На кадрах шофер иномарки, видимо, не смотрит в зеркала и попадает в слепую зону большегруза. В итоге самосвал бампером сметает нарушителя с дороги и сам вылетает на обочину. А на перекрестке проспекта Победы и улицы Героев Танкограда столкнулись «Шкода» и «Шевроле». Причем последний от удара вылетел с дороги и проломил металлическое ограждение. Кто виноват, будут решать в ГАИ. Водитель этого автомобиля с регистратором, видимо, забыл, к чему приводит обгон на заснеженной дороге. Машину развернуло и вынесло на встречную полосу. Повезло, что трасса была пуста.